Всем мое почтение, друзья, и сегодня, 6 мая 2022 года, появилась информация. Для кого-то печальная, для кого-то она вообще безразличная, для кого-то она вызовет только улыбку. Ну а кто мыслит, так сказать, на года вперед, она вызовет, так сказать, беспокойство. Вот Макдональдс в Украине не будет работать до конца войны. Как заявили в пресс-службе компании, рестораны, сети не будут работать до окончания боевых действий. Все продукты, хранившиеся в ресторанах, были переданы в гуманитарные штабы, а 10 тысяч сотрудников сети продолжат получать зарплату. Вы вдумайтесь, 10 тысяч человек будут продолжать получать зарплату, хотя они не будут ходить на работу. Вот как вы к этому относитесь, к тому, что Макдональдс не хочет возвращаться и возобновлять работу в Украине? И почему? Если вот другие торговые точки, те же самые супермаркеты, кафе, рестораны других торговых сетей работают, а Макдональдс почему-то не хочет. Вот напишите в комментариях ваше мнение, почему это?